Дорогие друзья, сегодня мы с вами будем вязать нежнейший цветочек с бисером. Крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров, 50 граммах. Перед началом работы я бисер нанизываю на рабочую нить. Бисер у меня крупный, неровный, в данном случае прозрачный. Вы можете взять буквально любой бисер. Начинаем выполнение нашего цветочка с 12 воздушных петель замкнутых кольцо. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Выполнили. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку, выполняю соединительную. Мое колечко готово. Далее я приступаю к выполнению моего ряда столбиков без накида. Я выполняю воздушную, подтягиваю и в колечко буду провязывать 24 столбика без накида. И считаем. Раз. При этом я буду ввязывать остаток ниточки. Два. Три. Четыре. 5, 6, 7, 8 и так далее, пока у меня не будет 24 столбика без накида. Я завершаю выполнение нашего ряда столбиков без накида. И смотрите, очень внимательно, я пропускаю воздушную и ввожу крючок, при этом захватываюсь. Вот мой столбик без накида, это передняя или ближайшая полупетля, и вот дальняя, задняя. Я захватываюсь за переднюю полупетлю вот таким образом, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению моих лепесточков серединки с бисером. Как я это делаю? Воздушная, опять же подтягиваю, ввожу крючок и захватываюсь за полупетлю. Этот ряд мы с вами полностью будем провязывать за переднюю или ближайшую полупетлю. Видите, вот дальняя полупетля у нас с вами свободна. Я выполняю столбик без накида 1 и опять же за полупетлю, обратите внимание, выполняю столбик без накида 2. Далее я подтягиваю бисеринки. Мне нужно 7 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь смотрите, я буду провязывать воздушные петли с бисеринками. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Выполнили цепочку, видите, вот с бисером. Вот такие бисериночки красивые. Далее я выполняю, беру вот таким образом цепочку, разворачиваю, как бы ее, видите. Далее выполняю воздушную, накид на крючок. И теперь смотрите, буду вводить крючок, вот, захватывая за две полупетелечки, то есть между бисеринкой и моими петелечками двумя, вот таким образом. И вытягиваю. Далее накид и опять же захватываю за две нити. Видите, да, вот. И вытягиваю. Это мы второй раз с вами выполнили, ну, то есть каждую петелечку. Не спешим. Третий раз. Накид. Четвертый. Накид. Пятый. Накид. Шестой. Шестое провязывание и последнее, седьмое. Видите, да? Ну, таким образом. Далее я захватываю рабочую нить
и протягиваю через все петли на крючке вот таким образом в один прием. Далее воздушная и хорошо подтягиваю. Видите, вот такой лепесточек красивый получился, необычный. Мы работаем только за передние полупетли, вот таким образом. Провязываю столбик без накида. И далее, опять же, передняя полупетля. Я провязываю второй столбик без накида. И повторяю выполнение моего лепесточка. Подтягиваю 7 бисеринок и провязываю воздушные с бисеринками. Не затягивайте сильно, чтобы потом было вам удобно провязывать. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Выполнили. Далее точно так же, как и ранее, воздушная. Я немножко побыстрее буду делать. Цепочку разворачиваю вот таким образом. Накид. Ввожу крючок, захватываю 2 петли моей цепочки. И вытягиваю. И считаем. Раз. Два. Три. Берите поудобнее, как вам удобно провязывать. Мы потом с вами все поправим. И так в каждую петелечку до конца нашего ряда. Вот таким образом. Далее захватываю рабочую нить. Провязываю через все петли на крючке. Воздушная и хорошо-хорошо подтягиваю. И вот наш второй с вами лепесточек уже готов. Видите? Нежно, красиво и аккуратно получается. Опять же, за передние полупетелечки я выполняю первый столбик без накида. И второй столбик без накида за полупетлю. Так мы с вами выполняем наши лепесточки до конца нашего ряда. У нас всего должно получиться 12 красивых таких нежных лепестков с бисером. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение моего кругового ряда. И я выполнила вот такой последний лепесточек. Далее, смотрите, я ввожу крючок в вершинку столбика без накида, выполняю соединительную. И вот у нас с вами уже вот такой, скажем так, такая серединочка, ну, можно сказать, полноценный цветочек, да, уже получился. Центр можно украсить бусинкой, давайте я вам покажу, и получится нежный, красивый цветочек. На этом этапе вы, в принципе, можете остановиться. Такими лепесточками. И далее мы продолжаем работать. Мы с вами дальше будем за дальние полупетли. Вот я разверну, хорошо видно наши полупетли. Я ввожу крючок в первую свободную полупетлю и выполняю столбик без накида. Вот таким образом. Далее я выполняю за следующую полупетлю второй столбик без накида и за следующую полупетлю третий столбик без накида. Далее я выполняю арочку из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Очень внимательно пропускаю одну полупетлю. И в следующую полупетлю выполняю первый столбик без накида, второй
и третий. Давайте мы лепесточки с вами потом поправим. Сейчас я останавливаюсь, и мы смотрим. Вот у нас с вами три наши столбика. И далее продолжаем. Я выполняю опять арочку из 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пропускаю вершинку, ну, точнее полупетлю, да, и опять выполняю за полупетли, напоминаю, 3 столбика без накида. Второй и третий. И вот опять наши 3 столбика. Здесь, здесь, видите. И вот таким образом мы с вами работаем до конца нашего ряда. Вот полупетли хорошо видны у нас по изнанке. И так мы с вами вяжем до конца ряда. Мы завершаем выполнение наших арочек. Я выполнила 7 воздушных. Ввожу крючок очень внимательно в вершинку первого столбика без накида. И выполняю соединительную. Мои арочки готовы, я остановлюсь, и вот смотрите, переворачиваю по изнаночной стороне, хорошо видны все мои арочки, их должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, то есть у нас с вами 6 лепесточков. И продолжаем работу, начинаем выполнение самого лепестка. Ввожу крючок в вершинку следующего столбика, выполняю соединительную. И воздушная, столбик без накида в эту же вершинку. Начинаю выполнение моего ряда с воздушной, столбика без накида. Вот хорошо видно. Далее под арочку я выполняю столбик без накида, полустолбик. Далее 3 столбика с одним накидом. Раз, два, 3 выполнили. Далее 2 столбика с двумя накидами. Раз, два. Далее мы с вами выполняем пико через столбик без накида. Как я это делаю? Выполняю 3 воздушные. Далее вершинку столбика захватываю 2 нити, как мы с вами обычно выполняем пико. И теперь выполняю не соединительную, а столбик без накида. Вот таким образом. Далее 2 столбика с двумя накидами. Раз, два, 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Далее полустолбик и столбик без накида. Далее я ввожу крючок 1, 2 во вторую вершинку, то есть в центральную вершинку столбика без накида из 3. Точнее, в центральный столбик, да, можно так сказать. И вот такой лепесточек у нас с вами получился. Я остановлюсь. Покажу, поправляем нежненький, аккуратненький. И так мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда. Всего должно получиться 6 лепестков. Я продолжаю работу, подарочку выполню столбик без накида. То есть я начну выполнение следующего лепестка, вы продолжите самостоятельно. Полустолбик, 3 столбика с накидом. И так далее. Далее 2 с двумя накидами, пико и так дальше. И так вяжем до конца ряда. Мы с вами выполнили все 6 лепесточков. И я завершаю выполнение нашего ряда. Я ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Выполняю соединительную. И хорошо подтягиваю.
И я остановлюсь, мы посмотрим, что у нас получилось. Вот такой нежный, красивый цветочек. Получается, видите, да, лепесточки. Достаточно простые, но в то же время очень красиво смотрятся. На каждом этапе работы вы можете остановиться. Можно сделать только серединку. Можно на этом этапе работы остановиться. Но мы с вами свяжем еще один ряд. Выполним обвязочку с использованием бисера. Я выполняю, убираю пока серединку, чтобы она мне не мешала, воздушную. Далее, очень внимательно, я пропускаю вершинку столбика, куда мы только что провязывали соединительную. Далее, вершинку следующего столбика, ввожу крючок, выполняю столбик без накида. И теперь считаем первый столбик без накида, второй, третий, четвертый. И пятый. Всего 5 столбиков без накида. Далее я буду выполнять полустолбики с бисером, вершинку столбиков с двумя накидами. Вот первый мой столбик с двумя накидами. Я полустолбик выполняю с бисером. И второй столбик. И в его вершинку я тоже выполняю полустолбик с бисером. Вот таким образом. Далее у меня пико, и я также выполняю в пико полустолбики. Всего выполняю 3 полустолбика с бисером. Ввожу крючок прямо в центр пико и выполняю первый полустолбик, накид, второй и третий. Выполнили. Далее, очень внимательно, я выполняю накид на крючок с бисеринкой и пропускаю вершинку столбика без накида, который мы закрепляли с вами пико. Ввожу крючок в вершинку столбика с двумя накидами. И выполняю первый полустолбик и в следующую вершинку второй. Далее я выполняю 5 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4 и 5. Выполнили. Далее, очень внимательно, я пропускаю столбик без накида, который вот выполнялся между лепестками, и ввожу крючок в вершинку столбика на следующем лепестке и выполняю 1, 2, 3, 4, 5 и опять 2 полустолбика с бисером. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. А давайте выполним первый полустолбик и второй. А я остановлюсь пока, и мы посмотрим на наш лепесточек, который получился. Вот видите, очень красиво, нежно получается. Так мы с вами выполняем все наши лепесточки. Ну, точнее, обвязываем, да, все наши лепесточки. Завершу выполнение ряда кругового я вместе с вами. Мы выполнили обвязочку всех наших лепесточков, и я завершаю выполнение кругового ряда. Я пропускаю воздушную петлю, ввожу крючок в вершинку столбика без накида, выполняю соединительную, подтягиваю, ниточку обрезаю, далее выполняю воздушную, опять хорошо подтягиваю. По изнаночной стороне я нить убираю вдоль полотна. И вот такая изнаночная сторона моего цветочка, видите. Ниточку осталось только убрать. И при желании в центр можно подшить или бусинку, или кристаллик. Опять же, все зависит от вашего желания. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежнейшие цветочки с бисером. В данном случае я центр украсила кристалликом.
Можно опять же украсить бусинкой, все зависит от вашего желания. И вот такой нежнейший цветочек получился в желтом цвете. Наш цветочек больше похож на нарцисс, тоже такой декоративный. В этом случае я украсила бусинкой. Очень нежно, красиво смотрится. Обязательно пишите в комментариях, какой цветочек вам понравился больше, где вы планируете использовать такую красоту, что у вас получилось. И, конечно же, до новых встреч и творческих вам успехов!